Сегодня в гости мы пригласили Андрея Асеева, главного инженера Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Наша организация занимается теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением на территории Ленинского муниципального района. Представлен двумя службами, это теплосеть и водоканал на текущий момент. Мы сейчас работаем на территории 6 поселений Ленинского муниципального района. Большая часть котельных, тепловых пунктов, водозаборных узлов, очистных сооружений находится в нашем ведении. Сейчас ведем активную работу в связи с увеличением площадей, в том числе вот городское поселение Видное уже выбрало из-за своей границы и расширяется на территории горок ленинских. В связи с увеличением количества жителей, в том числе, существуют ли какие-то проблемы, стоящие перед руководством в данный момент? Да, одна из серьезных проблем, которая сейчас стоит, это платежная дисциплина. У нас много задач, и, к сожалению, это очень сильно мешает работе предприятия. Проблема, она не только по нашему муниципальному району, она, в принципе, по России. За 2018 год долги за ЖКХ жителей были порядка 1,4 триллиона рублей. Долги по Ленинскому муниципальному району за поставленные ресурсы приближаются к 1 миллиарду рублей. Соответственно, Видновское ПТО ГХ здесь становится заложником ситуации, поскольку необходимо оплачивать счета и за поставленный газ, и за электроэнергию. Если не произойдет решение этой проблемы, просто ПТО ГХ может быть уже ограничено от ресурсов, и в этом случае мы не сможем подать ресурсы жителям. Также, пользуясь случаем, вы сейчас прямо можете обратиться к нашим жителям с предложением все-таки погасить долги. Да, спасибо. Уважаемые жители, попрошу обратить внимание на столь значимый вопрос, как оплата поставленных ресурсов. Без данной оплаты мы рискуем быть полностью отключены от газа, от электроснабжения. Мы сделаем все возможное для того, чтобы в ваших квартирах было всегда тепло и всегда у вас из крана текла свежая вода. Ну, надеемся, эта проблема будет решена. А если все-таки смотреть в будущее, какие основные цели и задачи вы ставите перед собой? На ближайшую перспективу мы планируем в первую очередь провести подготовку к новому отопительному периоду. А в глобальном плане мы продолжаем работу по развитию сетей в Ленинском муниципальном районе. Мы планируем в ближайшее время запуск новой главной канализационно-насосной станции, которая сейчас находится в режиме пусконаладки. Взаимодействуем с Мосводоканалом по обеспечению Ленинского муниципального района, как городского поселения Видное, развилки и прочих поселений, чистой, свежей водой. Может быть, в перспективе перейдем полностью на московскую воду. Планируем строительство также сетей в сельское поселение Молоковское и развитие системы теплоснабжения города Видное. Большое спасибо за ценную информацию. Я думаю, она окажется полезной для наших телезрителей. А я напомню, что мы общались с главным инженером Видновского ПТО ГХ Андреем Асеевым.